Проклятая сеть. Тьфу. Освещенное масло. Надеюсь, загорится. Fire!
сука! Не жрецы, так трупоеды. Уеду я из этого проклятого места. Жрецы? Договорились мы, как обычно. Только партия побольше. Я думал, такой хороший клиент, а он на нас косой. Это мы говорим про жреца вечного огня? Ну, конечно. Этот хер в свекольной рясе. Таким доверять нельзя. Заказывал фиштех первого сорта. Три раза все было в порядке. А на четвертый его люди кинулись на нас с ножами. Решили нас из дела убрать. Меня скинули в яму к трупам, чтобы гули довели дело до конца. На всякий случай жрец нанял ведьмака, чтобы сжечь останки и замести следы. Ведьмака? Тебя, значит? Ну и что же теперь? Ничего. Мне не платят за то, чтобы сжечь живых. Значит, правду говорят. Мутанты не мутанты, а свои понятия есть. Спасибо, ведьмак. Теперь Игни. Шевелись, плотва. Как дела, ведьмак? Ты выполнил задание? Я позаботился о могилах. Это было очень интересное задание. Один труп оказался вполне живым и весьма разговорчивым. Что ты имеешь в виду? Торговец фиштехом выжил. И рассказал мне очень интересную историю. Я с удовольствием выкуплю ее у тебя в личное владение. Согласен. Тогда бери и ступай с глаз моих. Ой, ну его.
скотина! Здесь гнездятся гады. Здесь гнездятся гарпии. Держи. Ты за это сдохнешь. Я ничего не... Что тут происходит? Этот Дыне продавал фиштех молодым эльфам. Грязный товар, от него каждый второй умирает. Уже. Они хотят меня убить и ограбить. Помоги мне, умоляю. Ты продавал яд. Жаль, ты не видел, как бьется в конвульсиях и умирает молодой парень. Все эльфы ненавидят людей и мечтают о мести. Только почему я виноват в том, что ваш народ исчез? Заткнись, гнида. И
Я не вижу никаких доказательств, что этот человек торговал фиштахом, тем более грязным. Я не позволю его убить. Тогда ты умрешь сам. Зря ты, Вадгерн, встал у нас на пути. Спасибо, ведьмак. Сучьи эльфы, нашли предлог, чтобы меня ограбить. Прошу, прими это в знак благодарности. В чем дело? Ни в чем. Иди своей дорогой. Заткнись, Готхард. Он нам помочь может. Банда волчицы хочет напасть на нашу деревню. Они Бертраму хотят отомстить. Денег у нас немного. Но мы заплатим, если вы нас защитите. Я займусь бандитами. Спрячьтесь по домам и заприте двери. Вы бы с ними поосторожнее, сударь ведьмак. Они очень серьезные. Ведьмак идет. Ну! Ведьмак, тебя что, деревенские наняли? Наняли, чтобы я их защищал от чудовищ и от людей, которые умеют превращаться в чудовищ. Ты поверил, что я умею? Разве нет? Можешь проверить, если хочется. Или выдай мне Бертрама. Никого другого мы не тронем. Твои слова меня не больно трогают. Забери людей и исчезни отсюда, иначе прольется кровь. Кровь прольется так или иначе, но из-за тебя ее будет больше. Ты
Здорово вы им задали. Вы забыли мне сказать, что она волколак. Так ведь мы же сами до конца не знали. Но это даже лучше. Ведьмаки ведь на то и есть, чтобы чудовищ убивать, разве нет? Спасибо, товарищ. Вы заслужили награду. Давай, ботва. А есть такая страна, где таких тяжелых не похож? Странное вы выбрали место для разговоров об искусстве. Любое место хорошо. Нужно только разбудить в себе вдохновение. Водочкой, например. Может, выпьете с нами за поэзию? Почему нет? У меня как-то в горле пересохло. А ежели сушняк, то грусть в душе и мрак. Наливай, господ! Господа, я мертвец гипьян. Я нажрался, как мертвец. А знаете, что рифмуется со словом «мертвец»? Не будь так вульгарен. Что наш новый друг о тебе подумает? Лучше наливай. Извините, мне пора. Пора, не пора. Иду. Как же там? Ну, иду, пора мне. Куда же вы так срочно, мастер-ведьма? Накер не волк. Нет, не убежит. Хотя, в общем, ноги у него есть. Ну хорошо, значит, и хотите себя. Прошу, вот еще один пример. Еще один. И ты топай отсюда. Господин, жалься над нами. Нам некуда возвращаться. Теперь только Новиград или смерть.
Я уже сыт вами по горло. Убирайтесь отсюда, не то мечами вас погоним. Они, кажется, совсем отчаялись. Пропусти их, что тебе стоит? Твою мать, сколько раз я буду повторять. У меня приказ заворачивать всех, кто без грамоты. Пропусти этих людей. Так точно. Спасибо. Нам некуда было возвращаться. А в Новиграде хоть какая-то надежда на новую жизнь. Держитесь подальше от большака, а то снова нарветесь на патруль. В другой раз уж не попадемся. Будем осторожными, как заяц на меже. Но ты... Ты-то из другой глины сделан. Ты прямо как тот герой из гробницы под Кривоуховыми холмами. Он в пещере похоронен. В холме, под которым штейгеры стоят. Люди говорят, что богатств там немерено. Может, и для себя что найдешь?